Сегодня знаменитый день полной луны, который называется Шарада Инду. Это также имя богини Шарада Инду, луны этого осеннего сезона. Это самая большая луна. Конечно, не в Англии, но в Индии в этот день луна дает самый большой свет. И это такое великое совпадение, что в этот день был рожден Гуру Нанака. Как вы знаете, в Индии люди празднуют дни рождения в соответствии с датами лунного календаря, которые называются ститхи, а не с датами, которые мы исчисляем здесь по солнцу. They follow. Sure. नहीं तो हो जाएगा ही time निकल जाएगा. यहाँ है two team. ये तो इसमें तीन घंटे अट जाएंगे. अच्छा, ले आओ. अच्छा, ले आओ फिर देखते हैं. And this great personality. И эта великая личность была рождена в Пенджабе, где людям были неведомы пути Господни. Во всех своих жизнях он беспокоился о дхарме, поскольку, как вы знаете, он был изначальным учителем. А изначальный учитель всегда находится там, где он может заботиться о нашем войде, поддерживать нас и давать нам образец идеального учителя. И он всегда рождается либо в самых трудных для жизни местах, по горам и долам, либо в того более трудных, среди ужасных людей и среди людей, нуждающихся в его помощи. Так что в Индии в то время Пенджаб так или иначе считался местом, где люди не проявляли уважение к Богу, или же традиционным индуистским идолам, или, можно сказать, статуям, которые считались вибрационными. Они поклонялись деньгам. Они делают это даже сейчас. И они поклонялись власти. И поскольку в то время там был правитель, который очень сильно стремился обратить людей в мусульманство, давая им деньги, многие пошли на это. В результате индуисты стали ненавидеть этих мусульман, а те отвечали им взаимностью. Вот почему в тех условиях продолжалась эта ссора между последователями Мухаммеда и индуистами. Мухаммед сам принял рождение на этой земле, поскольку считал, что это решит проблему, хотя прежнее его решение было таково, что он не должен больше рождаться. Но эти инкарнации таковы, что они никогда не умирают. Даже если они оставляют свое тело, они постоянно находятся рядом.
И они являются теми, кто совершают множество чудес, когда любая другая инкарнация приходит на эту землю. Они помогают искателям, поддерживают их, направляют их к этой инкарнации. Поэтому празднование его дня рождения в этот день также является мифом, поскольку он никогда не умирал. Он живет вечно. Такие личности никогда не растут и никогда не умирают. Но его рождение имеет важное значение, потому что он приходил на эту землю, и это символично. Не для того, чтобы пропагандировать какой-то определенный тип войда, как это делали Мухаммед или Моисей с Давидом, а перед ними Авраам, Лао Цзи, или Сократ, что приводило к появлению религии, а для того, чтобы создать благоприятные условия для жизни, чтобы создать понимание, чтобы создать единство религий. Это был очень большой шаг вперед для Сахаджа-йоги. После этого, как вы знаете, он был рожден снова. Бог знает где, никто не знает этого его места рождения, но он появился как Шри Сайнат из Ширди. Здесь он также говорил то же самое, что плохо говорить о какой бы то ни было религии, что это греховно. Но эти усилия в значительной степени пропали даром, потому что тогдашние исламисты или индуисты стали сейчас величайшими фанатиками. Поэтому вместо того, чтобы стать ближе и любить друг друга, они стали фанатиками. Хотя мы обнаруживаем, что ислам распространяется так быстро, сикхизм также распространяется очень быстро. В Америке есть ужасный гуру, который начал распространять там сикхизм. Он обращает всех подряд белых людей в сикхов. Они отращивают свои волосы и бороды, носят кану и остальные пять требуемых вещей. Они были вынуждены носить все эти вещи во времена гуру Говинд Сингха. Когда началась война, тогда это было важно. Поскольку началась война, и чтобы защитить индуизм или индуистов от вторжения мусульман, от фанатизма мусульман, они приняли такого рода военное обмундирование. Фактически же, если вы верите в Бога, никого невозможно убивать. Но я думаю, что гуру Говинд считал, что необходимо принять эти меры. Во всех этих пророческих религиях, все пророки, которые распространяли свои религии, всегда подвергались таким большим нападкам, что они были вынуждены брать в руки оружие, чтобы защитить себя. Это относится даже к исламу. Когда люди берут в руки оружие, они должны подчиняться определенной дисциплине. Без нее невозможно сделать ничего. У сикхов уже была очень строгая дисциплина. Теперешние сикхи больше не являются сикхами. Они сикхи только лишь внешне, внутри же они ими не являются. Я не хочу описывать все строгости и всю дисциплину, через которую им доводилось проходить. Но каждый ученик, если он должен стать гуру, обязан наложить на себя очень суровую дисциплину. В этом нет сомнений.
Это заключается не только лишь в том, что некто подобный мне приходит и говорит: «Делай это, делай то», а на следующий день вы об этом забываете. Нужно понять, что это очень серьезное дело. Вы получили свою реализацию благодаря сахаджа-йоге. Сейчас вы стали сахаджа-йогами. Но все же я бы сказал, вы еще не полные сахаджа-йоги, потому что каждый сахаджа-йог должен быть гуру. В противном случае он не сахаджа-йог. Прежде всего, вы йоги, потому что вы получили реализацию. Но быть просто йогом бесполезно. Вы должны быть сахаджа-йогами. Поэтому вам было рассказано обо всех чакрах и обо всем остальном, о проблемах кундалини, о том, как их устранять. Все это было рассказано вам. Благодаря этому вы стали иного типа расы людей. Вы стали другими, дважды рожденными людьми, людьми, рожденными своим духом, не своей плотью. Помните это. Это очень важный момент, о котором говорил Иоанн, что вы рождены своим духом, а не своей плотью. Рожденные плотью пребывают в плоти, но вы рождены духом. Вот почему вы дважды рожденные. А когда вы знаете все о своем духе и своей кундалини, тогда вы являетесь сахаджа-йогом. Но до тех пор, пока вы не станете гуру, вы не являетесь полными сахаджа-йогами. Поэтому для начала нам необходимо понять, что дух описывается как кала, как фаза луны, одна фаза луны. Но гуру описывается как полная луна, пурнима. Гуру Пурнима. Гуру — это полная луна. Это не просто какая-то ее фаза. Поэтому от одной фазы вы должны прийти к стадии, где вы становитесь полным гуру. Существует всего 16 фаз, и вы должны пройти эти 16 стадий, чтобы стать гуру. Но как же мы делаем это? Мы должны быть совершенно объективными по отношению к тому, как мы становимся гуру, потому что нам необходимо стать гуру. В этом нет сомнения. Вы не можете просто сказать: «Вадь, вы дали нам запись, и мы выучим ее наизусть, а потом мы пойдем к каким-то людям и будем там болтать, и болтать, и болтать». То же самое произойдет и тогда, когда вы, как я вам говорю, возьмете мою запись и покажете ее им, говоря: «Это наша мать, она такая-то и такая-то и такая-то». Но они скажут: «Хорошо, она, возможно, и такова. Но как в отношении вас, сэр?» У сахаджа-йоги есть очень большая ответственность. Я не думаю, что люди понимают это. Я бы хотела, чтобы они очень внимательно выслушали меня и постарались понять. До настоящего времени было так, что гуру остаются гуру, а ни один из учеников не становился гуру. Они все еще считались учениками какого-то гуру, даже если это был лже-гуру или кто угодно еще. Они сами никогда не становились гуру. Поэтому у них не было необходимости расти, они просто брали себе имя своего гуру. У Христа были ученики, у Мохаммеда Сахиба были свои собственные ученики, у Нанака были свои собственные ученики, у Сайнатха и Ширди были свои собственные ученики. Никто из них не стал гуру. Но сейчас, простите, что приходится это говорить, но вам выпал жребий стать гуру. Фактически же это привилегия. Это величайшая привилегия стать гуру. А чтобы стать ими, мы должны знать, что нам необходимо делать. Я думаю, что это также иногда становится просто лекцией. Потому что я уже сказала вам на гуру Пурнима, какие имеются 10 достижений, которые нам необходимо иметь. Сегодня необходимо рассмотреть все эти 16 стадий, проходя через которые мы становимся гуру. Первое состоит в том, что у нас должна быть полнейшая дисциплина, которую мы сами накладываем на себя. Никто не должен говорить вам, скажем, на господина Ника нападала река. Вы же должны сами нападать на себя. Сейчас вы сами становитесь господином Ником. Вы должны заставить свое тело стать вашим слугой. Это первое.
Ваше мастерство состоит в том, что ваше тело может спать где угодно. Оно может морить себя голодом. Оно может жить в любых условиях и при этом не ворчать. Где угодно. Оно должно быть способно спать в любое время, оно должно быть способно бодрствовать в любое время. Таким образом жизни необходимо овладеть. Даже если вы прочитаете аштанга-йогу, вы узнаете, что первое, о чем это говорит, это необходимо стать хозяином своего собственного тела. Поэтому после реализации первое, что вам необходимо сделать, это научиться полностью управлять своим телом. Но для людей Запада это самое трудное дело, потому что материя сидит на их духе. Прежде должен появиться дух, это первая фаза. По меньшей мере должен быть дух. Если вам надлежит стать духом, тогда материя Луны должна быть покрыта его светом. В первой фазе мы должны овладеть своим телом. Что же мы для этого делаем? Прежде всего, вы должны видеть, что не дает нам стать хозяином над своим телом. Вы должны знать всех плутов, которые пытаются управлять нами. Поэтому извлеките себя. Вы можете пройти, там еще много места. Поэтому я прежде всего должна непредвзято смотреть на свое тело. Наиважнейшее, чему учит нас Сахаджа-йога, это уважение к своему телу. Это первый принцип – уважение своего тела. Это означает, что потакать прихотям своего тела греховно, поскольку это лишает вас хорошего тела. Прежде всего, вы должны уважать свое тело, чтобы стать хозяином его. Если я не уважаю вас, я не могу управлять вами. Поэтому прежде всего необходимо уважать свое тело. А для этого вы должны очень хорошо заботиться о нем. Но никакого потакания его прихоти. Это не означает, что вы идете и стоите в грязи или под дождем часами напролет, или же не защищаете его от сложных климатических условий, превращая его в идеальное пристанище всех болезней, простуд, кашля и тому подобное. А ваша бедная мать страдает, очищая ваши вишудхи. Такое тело подобно лошади с понурой головой. Поэтому вы должны заботиться о своем теле, ограждая его от болезней. Лень – это враг вашего тела. Ленивые люди должны знать, что лень – это враг вашего тела. Потому что ленивые люди не беспокоятся о том, чтобы надлежащим образом одеваться, чтобы надлежащим образом укрывать свое тело, надлежащим образом заботиться о своем теле, наносить масло на различные участки тела, делать себе массаж, заботиться о своем теле. Вот как стоит вопрос. Этому вы должны уделять какое-то время, потому что это тело является храмом Бога. И сейчас вы стали этим храмом, но если он в грязи, болен, нечист, плохо выглядит, подобен палке или шару, никто и близко не подойдет к нему. Поэтому старайтесь становиться лучше. Этот храм должен быть прекрасен. Я сделал вам столько подсказок, что я думаю, что в течение всей моей жизни я не делал их, даже будучи гуру, никому. Ведь обычно люди, приходившие гуру в те времена, были на самом деле великими искателями. Они могли подвесить себя головой вниз и висеть в таком виде месяцами, лишь бы только доставить удовольствие своему гуру. Это были люди совершенно иного качества, но их было всего лишь один-два человека. Я согласна с тем, что когда растет количество, качество падает. Но почему бы вам не принять на себя обязательство сделать свое качество первоклассным? Поэтому прежде всего хорошо обращайтесь со своим телом.
Я говорила вам, что вам необходимо проделывать утром некоторые упражнения. И меня изумляет то, что некоторые спят после завтрака. Это уж слишком, понимаете? Бог дал вам этот дом как благословение, чтобы вы были более динамичными, чтобы вы давали свой свет другим людям. Если же вместо этого ваша свеча даже не мигает, какая тогда от этого польза? Так что же вам надлежит делать? Прежде всего, приведите себя в полный порядок. Сделайте свое тело нормальным, активным. Фактически, скажу я вам, в вашем возрасте не нужно спать больше 6-7 часов в сутки. Не нужно спать больше этого. 6-7 часов глубокого сна вполне достаточно. Я также никогда не ложусь спать раньше 11-12 часов ночи. Вчера мы легли спать в 2 часа ночи. Подняли же, как обычно, в 5:30. Так что я спала 3-3,5 часа, и сейчас я поспала самое большее полчаса, и все. Когда вам не нужно работать так, как работаю я, в том смысле, что когда я сплю, я все равно работаю. Слишком длительный отдых поощряет ваше тело сидеть у вас на голове. И тогда вам становится очень-очень трудно быть динамичными. Поэтому прежде всего о теле необходимо заботиться. Ему нельзя потакать. Я хочу сказать, что потакание своему телу может зайти сколь угодно далеко, как люди не поддерживают чистоту в своих комнатах, не следят за опрятностью своей одежды, они очень пассивны в отношении всех этих, казалось бы, не столь уж существенных вещей. Это не такие уж высокие вещи, чтобы о них говорить, но они имеют место. Люди в этом могут доходить до любых крайностей, и это проблема. Что тут поделаешь? В этот день полной луны необходимо понять, что в этот день вы сверхактивны. По мере того, как луна начинает расти, ваша активность также начинает повышаться. Так же и ночью. Но никто из вас до сих пор не проявляет активности ночью, за исключением меня. Но если вы по-настоящему вырастете, вы удивитесь, что даже во время своего сна вы будете активными. Поэтому наипервейшее – это вы должны ухаживать за своим телом. Ваше тело должно быть в порядке. И вы не должны следовать так называемой сегодняшней моде. Это очень важно. Нам не следует придерживаться ее и принимать нечто бессмысленное или же то, что не улучшает ваш внешний вид, а делает вас странными, очень уж модными, одетыми, как денди. Мы должны носить достойную одежду, которая находится в центре, которая хороша. Мне говорят, что в Англии очень трудно даже проснуться. Кто-то сказал мне, когда я была юной, что не нужно будить англичанина. Я не пыталась это делать, даже имея в руках 6 от баржи. Откровенно говорю вам сейчас, никогда не будите его утром. Меня предупреждали об этом, потому что это величайший на этой земле грех. Но почему же англичане так пристрастились ко сну? Сегодня вся эта страна спит. Они хотят больше и больше заработной платы с тем, чтобы они могли больше спать. Есть и пить, пить и есть, а в промежутке спать. Это их 3 жизненные программы. Так запрограммирована их жизнь. С самого начала это было очень трудно. Я увидела, как приходили сахаджа-йоги, и поняла, что разбудить их будет трудно. И это те же самые люди, которые славятся своей пунктуальностью. Это те, кто выиграли благодаря пунктуальности битву при Ватерлоо. И они столь пунктуальны, что сверяют свои часы, даже находясь в Америке. Это те же самые люди.
Вторая сторона этого вопроса заключается в том, что они спят мертвым сном. Они спали так и раньше, потому что есть старинная поговорка «не будите англичанина». Но мое мнение об этом отличается от общепринятого. Я считаю, что это не что иное, как простая лень. Поэтому постарайтесь понять, почему вы спите так много. Если их левая сторона сильная, люди спят. Если их задняя агия сильная, они спят. Если их передняя агия слишком много работает, тогда люди не спят. Поэтому, даже если я скажу «не спите», это означает, что вам необходимо привести свою правую агию в рабочее состояние, что означает, что вы начнете думать, а это опять-таки против сахаджа-йоги. Поэтому это будет продолжаться таким образом. Левая агия, правая агия, правая агия, левая агия, левая агия, правая агия, от одного к другому. Поэтому вы должны быть в центре. С Христом. Он бодрствует каждую секунду. Убивает, бьет, колотит, лечит, заботится, направляет 24 часа в сутки. Спросите любую реализованную душу, которую зовут Аватхутой, то есть того, кто является мастером. Он скажет вам, что спит не больше 3-4 часов. Ведь они не могут работать во время сна. Поэтому они спят 4 часа, а все остальное время они работают. Они либо медитируют, и в это время осуществляют свои проекции, либо работают своими руками. Они занятые люди, очень занятые. Вы также должны быть очень занятыми людьми, потому что сейчас вы находитесь на работе у Бога, и вы должны работать с полной ответственностью. Но вы видите, что стать ленивым в противоположность предыдущему очень легко. Итак, поскольку многие из вас уже чувствуют эту сонливость, первое, что должны сделать все те, кто подвержен лени, это переносить вибрации с правой стороны на левую 7 раз. Давайте проделаем это. С правой руки. Видите? Лучше? Теперь задняя агия. Первое — это лень. Шри Кришна был против лени. Я хочу сказать, что когда бы ему не предоставлялся удобный случай, он критиковал лень, аласью. Теперь смотрите на меня. Можете то же самое делать и с фотографией. Теперь лучше.
Сегодня ночью мы должны бодрствовать. Это большая проблема. Но не спите до этого здесь, хорошо? Я знаю, что вы это можете делать. Лучше? Put your eyes. Направьте ваш взгляд еще раз. Еще раз. Okay. Еще раз. Так что мастерство, прежде всего, должно проявляться в вашем владении своим телом. Скажем, вы спите на одном боку, и вам больно. Что вы тогда делаете? Переворачиваетесь на второй. Подобным образом, и этому телу необходимо привить иммунитет по отношению к различным шокам. Как, скажем, вы помещаете часы в воду, оказывая на них шокирующее воздействие, и убеждаетесь в их водостойкости. Также и сахаджа-йог должен быть стойким к любым шокирующим воздействиям. Поэтому он не может ни на кого жаловаться, потому что считающий, что он защищен от всего, понимаете? Любому жалующемуся сахаджа-йогу вы можете сказать, как ты можешь жаловаться, ведь ты находишься под полной защитой. Поэтому нельзя принимать никаких жалоб от сахаджа-йогов. Им нельзя сочувствовать. Если вы начнете прислушиваться к жалобам тех, кто постоянно жалуется, вы все время будете только лишь заботиться о них, и тогда вы будете бесполезны для сахаджа-йоги. Те, у кого есть привычка жаловаться, должны пойти в больницу и остаться там. Я думаю, что жалующиеся люди на самом деле являются людьми с какого-то вида одержимости, поскольку они постоянно жалуются, мучают вас и надоедают вам. Такие люди не могут стать гуру. Представьте, если гуру будет жаловаться, чему он сможет научить людей? Только лишь тому, как надо жаловаться. Учителя будут большими специалистами по жалобам, и такими же будут их ученики. Так что вы создадите целый набор жалующихся учеников. А когда такие люди приходят ко мне, что я обнаруживаю, что список их жалоб стал в два раза больше? Но это также очень характерно. Австралийцы же, к примеру, редко жалуются, а если они и делают это, то в результате очень сильной на них атаки. Вы редко обнаружите, чтобы австралийцы жаловались. Мне приходят письма из Шотландии. Они также редко жалуются, за исключением одного или двух человек, которые сейчас обнаружили, что они уже вне сахаджа-йоги. Они редко жалуются по отношению самих себя, своего тела, удобств и того подобного. Итак, те, кто могут жить в любых условиях, являются людьми, которые достигли 1/16. Только лишь 1/16. Мать, то, как вы храните нас, вызывает у нас желание остаться в этом мире. Конечно, мать хранила вас очень хорошо. Мать дала вам всю роскошь этого мира. Она не мучила вас так, как это делают другие гуру. Раз и навсегда. Мой сын прошел через все эти мучения. Нет необходимости подвергать вас каким бы то ни было мучениям или бедам, но вы должны следить за реакциями своего тела. Скажите своему телу: «Да, господин тело, не будете ли вы столь любезны вести себя сейчас достойным образом и не пытаться заставлять выполнять ваши прихоти?» Все эти прихоти приходят к нам через наши органы чувств. Поэтому, если вы можете стать хозяином своему телу, вы также овладеете своими органами чувств. Например,
хозяином, или, можно сказать, высшим органом, который контролирует большую часть других органов, я лично считаю язык. Потому что он изначальный абсурд. При помощи языка мы говорим людям обидные вещи. При помощи языка мы учимся безумолку болтать. При помощи языка мы можем показывать, сколь мы легкомысленны. Наш язык либо как и рот на замке, либо развязан. Среднего нет. Это касается только лишь речи, это более низкий уровень. Но когда речь идет о более высоком уровне, о еде, тогда это все. Постоянные мысли о еде, я уже 100 раз говорил вам, что сахаджа-йоги употреблять иногда должны совершенно безвкусную, вареную, ужасную пищу, только лишь для того, чтобы испытать свой язык. Может ли он есть это? Тогда попробуйте что-то другое. Мой отец обычно говорил, что необходимо слегка обжечь свой язык. Это, по его словам, один из тестов, которые необходимо пройти. Как гуру, он был мастером ставить трудные задачи. Поэтому мы должны видеть, что наш язык способен вынести, требует ли он к пище. Прежде всего, когда он видит пищу, начинается слюноотделение. Направляет ли он наше внимание на пищу? Важна ли для нас пища? Поэтому первое, что помогает нам преодолеть проблемы языка, является голодание. Только лишь при помощи голодания вы сможете привести себя в порядок. Понимаете, если вы сможете заставить себя немного поголодать, скажем, утром вы едите совсем немного, уменьшаете свою обычную порцию наполовину, вы удивитесь тому, что ваш желудок также уменьшился наполовину. Через какое-то время вы не можете много есть, даже если захотите. Исчезнет ваш интерес к еде. Тренируйте себя. Голодание – очень хороший метод. Я думаю, что 40 дней, как это делал Христос, очень хорошая мысль. Но оно не должно превращаться в нечто такое, как это делают мусульмане на Рамадан, когда они едят рано утром очень насыщенную специями пищу, а затем в течение всего дня голодают и думают о еде. Делайте полное голодание. Но при этом не думайте о пище. Это трудно, поэтому голодайте, принимая лишь половину обычной порции. А вторую половину не едите мысленно. Старайтесь постепенно учиться управлять своим языком. А это возможно только лишь тогда, когда вы умеете голодать. Это я говорю для людей Запада. Для людей Востока это не надо. Они и так голодают с утра до вечера. Я знаю одну женщину. Если вы спросите, она отвечает: у меня пост в понедельник и вторник. У меня пост в среду и четверг. У меня пост в пятницу и, возможно, если я не буду голодать в субботу, я поем в воскресенье. Я в своей жизни повидала множество такого рода людей, которые только и занимались тем, что постились. Они такие эксперты, исследователи голода, что они могут продемонстрировать вам свою способность не есть в течение 50 дней, 80 дней, 108 дней, 365 дней. Они эксперты в вопросе голодания, поэтому для них я вынуждена говорить, как необходимо есть в процессе их голодовки. Вам же мне нужно сказать, давайте посмотрим, в какой день мы можем поголодать. Давайте выделим один день, чтобы праздновать сегодняшний великий день Нанака. Давайте голодать один день. Какой это должен быть день? В понедельник мы не можем, поскольку в этот день у нас программа. Во вторник мы также не можем, поскольку в этот день Ханумана должен работать. В среду мы не можем из-за того, что в этот день должно проявляться наше творчество. А как оно проявится на голодный желудок? В четверг же мы не можем из-за того, что в этот день мы являемся гуру. В этот день мы должны как гуру работать очень напряженно. В пятницу мы не можем из-за того, что должны действовать как шакти матери. В субботу мы не можем себе этого позволить, потому что должны осуществлять все интриги Шри Кришны. А как же можем выделить для этого воскресенье,
если это день сына, то какой же день самый лучший для голодания? Давайте посмотрим. Это должен быть четверг, потому что это день Гуру. И давайте немного поголодаем. Полдня? Можем мы себе это позволить для начала? А затем голодать полный день. Пусть это будет четверг. Возможно, лучше это делать во вторую половину дня, поскольку завтрак, я думаю, имеет существенное значение. Понимаете, без завтрака лошади не повезут. Поэтому лучше это пусть будет вторая половина дня. А потом и первая. Фактически, вы сами должны формировать самих себя, если вам надлежит стать гуру. Это подобно тому, как вы уезжаете учиться в колледж, где вы предоставлены самим себе. Это вам надлежит дисциплинировать себя. Никто не должен вам говорить, чтобы вы делали это, делали то. Никто не должен вас заставлять. В Индии все наоборот. Если вы скажете кому-то, что ему нужно стать в 5, он поднимется в 4. Поднимется сам, чтобы вам не пришлось вставать и будить его. Понимаете? И весь этот дом встанет в 4 утра, чтобы взять на себя обязанности этого уезжающего человека. Но тот, кого должны были разбудить, может бодрствовать и всю ночь. Там все наоборот, это другая крайность. Если я, скажем, нахожусь там, одну ночь я сплю. Если я встану в час ночи, я обнаружу, что все сидят и медитируют в проходах к ванной комнате всюду. Они не уходят домой, они не принимают пищу, они не делают ничего, они только лишь медитируют, впитывают вибрации, чистятся. Я сплю в этом окружении. Если я ночью захочу пройти в ванную комнату, я просто не смогу этого сделать, потому что они все медитируют. Никто не спит. Никто не спит. Так что там все наоборот. Вы же должны выбрать один день, в который вы будете голодать, и другой день, когда вы не будете спать. Давайте посмотрим, какой это будет день. Это должен быть день, когда нет фильма. Полночи. Я имею в виду вторую ее половину, не первую. Какой же день? Какой самый трудный день, когда вы не в состоянии? Когда вы не в состоянии бодрствовать? Пятница. Воскресная ночь. But there's a film on. Но тогда идет фильм. Without the film. Как же можно без фильма? Понимаете? Обращайтесь подобным образом самим собой. Смейтесь над собой. Итак, воскресную ночь идет фильм, после 12 фильма нет. Поэтому в воскресную ночь вставайте в 12. Давайте попрактикуем это. Enjoy. Наслаждайтесь этим. Don't get angry. Не сердитесь. Смейтесь над собой. Вы слишком много об этом думаете и из-за этого расстраиваетесь. Просто не думайте об этом, и вы действительно будете этим наслаждаться. Это подобно плаванию. Поднимайтесь все в 12 часов, умывайтесь, садитесь и пойте баджаны. Давайте практиковать это. Согласны? А как ты, Майкл? Может, лучше в 12, в 2 ночи? В 12 часов. Нет, вы должны вставать в 12 часов. Нет, нет, вы должны ложиться спать до 12, а вставать в 12. Понимаете, первую половину ночи необходимо спать. Всегда. Так будет лучше. Лучше бодрствовать во вторую половину ночи. Хорошо? Так что первую половину ночи все вы должны спать. Всегда. Вы можете, если захотите, ложиться в 8 или в 9 часов вечера. Но это не должно иметь значения, когда вы засыпаете. Когда бы вы ни легли, вы должны подняться в 12. Или, скажем, после 12.
Кришна был рожден примерно в 12 часов ночи. Нанака был рожден в 12 часов ночи. Все гуру большей частью рождались в 12 часов ночи. Чтобы отпраздновать это, мы должны выделить один день, когда мы не спим после 12. Но как тогда в отношении Кэкстон-холла? Мы можем попробовать субботную ночь, ма. С точки зрения безопасности дорожного движения, в понедельник лучше быть выспавшимся. Хорошо, вы можете спать в субботу днем. Нет, простите, в воскресенье днем. Нет, нет, это не будет хорошо. Если вы делаете какую-то компенсацию, тогда вы не слишком уж мучаете свое тело. Вы должны разработать какой-то метод, благодаря которому ваше тело на самом деле испытывало бы потребность вставать в эту ночь 12. Давайте будем придерживаться этого времени. Что вы на это скажете? Хорошо. Работающим людям будет трудно вставать, не выспавшимися в понедельник. Он говорит, что работающие люди будут гораздо больше страдать, если им нужно будет вставать в понедельник утром. Никогда, поверьте мне. Они не будут страдать. Понимаете, работа не важна. Что является важным? Ваш дух. Ваше мастерство. Через какое-то время работы у вас все равно не будет. Поэтому эта работа не так уж важна. Вам лучше переживать за эту новую работу, которую вы взяли на себя. Забудьте о своей работе, забудьте об этих вещах. Важен ваш дух. В противном же случае вы не сможете стать гуру. Дух – это самое важное. Все остальное абсолютно не важно. Это ноль. Я очень постепенно, медленно стараюсь вытащить вас из трясины материализма и всех этих мирских вещей. Вы должны работать на Бога. Вы особые люди. Поэтому вы должны сделать себя учителями. Для этого Бог дал вам все благословения, дал вам все. Но от идеи роскошной жизни следует отказаться. Если люди хотят сделать жизнь роскошной, тогда они будут иметь роскошь этого мира, но не роскошь благословений Бога. Вы должны выбрать одно из двух. Либо вы ведете роскошную жизнь здесь, на материальном уровне, либо вы ведете роскошную жизнь в плане благословений Бога. Вы должны выбрать одно из двух. Решать нужно сейчас. Поэтому ничто не имеет значения. Понимаете, опасность потери денег – это еще одна бессмыслица. По крайней мере, у вас ее не должно быть. По меньшей мере, вы не будете умирать от голода. Но если индийцы не будут работать, они погибнут от голода. Вы же никогда не будете голодать. Ваше правительство более довольно вами, когда вы безработны, и не беспокоите их. Если вы будете сидеть дома и медитировать, оно будет очень довольно. Поэтому больший заработок или большая прибыль вовсе не важны в сахаджа-йоге. Самое важное – это быть духом, и для этого все, что необходимо сделать, должно быть сделано. Пусть страдает все, что угодно, но вы не заставляете страдать свой дух, потому что вы должны стать полной луной, как Гуру Нанак. Сколько зарабатывал Гуру Нанак? Вы должны выяснить это. Как он жил? Незачем беспокоиться из-за денег. Потому что больше денег вам не нужно. Они нужны вам только лишь на продукты питания и на жизнь.
А потом деньги приходят, если они необходимы вам иногда на какие-то чрезвычайные ситуации. Вы знаете, что я делал это для многих австралийцев, но это были люди, полностью посвятившие себя. Вот почему им оказывалась помощь. В любой непредвиденной ситуации им не о чем было беспокоиться. Но полное посвящение должно быть своему духу. И уж ни в коем случае не вашей работе. Потому что это идет рука об руку. Если вы после реализации не беспокоитесь о себе, о своем духе, у вас будут все проблемы этого мира. Наипервейшая — это финансовые проблемы. Затем физические проблемы, ментальные проблемы, эмоциональные проблемы. Всевозможные проблемы будут преследовать вас, потому что я уже пробудила вашу кундалини, свою часть работы я сделала, но ваша часть, открытие своего сердца, вами не выполнена. Вы должны отдать свое сердце сахаджа-йоги. Вы еще не открыли свое сердце, оно должно быть открыто. Вы все еще переживаете за своего отца, мать, брата, сестру, жену, детей. Откройте свое сердце полностью для сахаджа-йоги. Не имейте сомнений. Только лишь тогда у вас установится осознание без сомнений. До тех пор, пока вы не откроете свое сердце, пробуждение кундалини не имеет смысла. Ведь кундалини поднимается, а сердце не открыто. Если мать-земля посылает все свои силы через семя, а оно не прорастает, какая тогда от этого польза? Это все миф. Откройте свое сердце, сахаджа-йоги, откройте свое сердце духу и скажите: «Мать, я дух». Вы должны осознать это. Возможно, многие не осознают, что вы пришли на эту землю, чтобы стать духом, а не рабочими людьми. Вы должны понять свое величие. И знать, что вы не подобны обычным людям. Вот почему вы благословлены. Кто еще столь благословлен? Вас давным-давно описал Блейк, что такие-то и такие-то люди придут на эту землю, люди Бога. Люди Бога. Что у вас в сердце? Ваше сердце подобно камню. До тех пор, пока не будет света Духа, это сердце будет каменным, и этот камень будет ранить каждого человека. Он полностью разрушит вас. Откройте свое сердце на все 100%. Вы встречались с индийскими сахаджа-йогами. У них есть проблемы с деньгами. Но как много они работают на сахаджа-йогу? День за днем. Как много они вкладывают в сахаджа-йогу? Можете ли вы представить себе, они собрали около 700 тысяч рупий. Рустам знает об этом. Они собрали 7 лаков рупий для своего ашрама. 7 лаков составляет 35 тысяч фунтов стерлингов. 35 тысяч фунтов они собрали в одном только Бомбее. В Дели они собрали 5 лаков. 25 тысяч фунтов. Они работают, у них есть семьи, у них есть дети. Но думают ли они о них? Нет. Они не думают ни о чем, кроме сахаджа-йоги. Ни о чем, кроме сахаджа-йоги. Я думаю, что большую часть своих денег они отдают на сахаджа-йогу. Они живут на минимальные деньги. Если я спрашиваю их, почему ты не купишь себе еще одну рубашку? Они отвечают: «Мать, я износил множество рубашек в своих предыдущих жизнях». Это такие довольные люди. Сейчас мы нашли свою атму. Давайте носить эту атму. Мы нашли свое сердце. Давайте станем этим сердцем. Какая необходимость беспокоиться об этих вещах? Мы уже уделяли достаточно сил на всю эту бессмыслицу. Вы думаете, что они считают себя бедными? Я вам скажу: нет.
На чем бы они ни могли сэкономить деньги, они делают это. Они пробовали давать мне какие-то деньги прежде. Я говорил, нет, нет, мне сейчас не нужны деньги. Они говорили нам, негде держать их, у нас нет фонда. Нет ничего, как мы можем распорядиться ими? Они продолжали таким вот образом вплоть до, я думаю, 73-го, 74-го года, когда я вернулась, задумала основать ашрам. Потому что вы стали массово приезжать в Индию. Тогда я сказала, хорошо, сейчас вы можете давать мне деньги. Все сахаджа-йоги могут давать мне те деньги, которые они сэкономили. Вы удивитесь, но все как один пришли с 1000 рупий. Все как один, работали они или нет. Минимум. А самый большой взнос был 21 тысяча рупий. 3 года они собирали эти деньги, потому что считали, что это их ответственность откладывать деньги на сахаджа-йогу. Ведь если завтра у нас будет ашрам, как мы его организуем? Мы же все еще потакаем своим прихотям. Вот что такое Гурупада. Этот человек должен сесть. Пожалуйста, проходите. Итак, сегодня такой великий день рождения Гуру Нанака. И нам необходимо видеть его собственную жизнь, не то, как он ее провел, как он жил, и в каких условиях он работал. Итак, первое – это самодисциплина. Чувство ответственности за сахаджа-йогу. Меня это удивило, когда я услышала, что в вашем ашраме люди забывают выключать свет, а расходы на свет очень велики – 300 фунтов в неделю. Я изумлена. Каждый из вас должен нести ответственность за электричество и все остальное, что расходуется в нем. Это божественное место. Кто-то предоставил свою машину, и все хотят пользоваться ею. Понимаете, это экономия, экономия своих фунтов. Все еще продолжается в головах сахаджа-йога. Если они могут сэкономить, взяв чью-то машину, они возьмут ее. Никогда не берите чью-то машину, это не для вас. У вас должно быть самоуважение. Зачем вам одалживать чью-то машину? Так не годится. Так что второе качество вашей личности – это самоуважение. Первое – это уважение своего тела, а второе – это самоуважение. Мы высокомерны. Мы можем быть грубыми. Но при этом у нас нет уважения к самим себе. Но это вопрос отсутствия воспитания. Понимаете, я неожиданно обнаружила, что после войны людей не учили тому, как необходимо уважать самих себя. Я уж не знаю почему, но, возможно, была создана атмосфера, подобная той, которая существует на войне, когда я превыше всего, мне не важно, что будет с другими. Может быть, я не знаю, почему пришло такого рода отношение, но оно существует, и оно весьма превалирует, но вы должны вести себя прямо противоположным образом. Прежде забота о других людях, а затем о самом себе, причем самоуважение. Не имеет значения, никто не умрет, можете поверить мне. Все вы должны уважать самих себя. А таким посредственным людям нельзя разрешать оставаться в сахаджа-йоге. По крайней мере, в ашраме. Потому что это приносит дурную славу сахаджа-йоге. Один человек может все испортить. В ашраме должны оставаться только те, кто хотят стать гуру. Его нельзя превращать в удобное место проживания для всех подряд. Но все происходит с точностью наоборот. А ведь это мы должны заботиться о себе, мы должны становиться кем-то, мы должны расти, мы должны делать это.
И тогда все получается. Мне не нужно вам ничего говорить. Ведь сахаджа-йога столь велика и обширна, что после пребывания в ней в течение столь многих лет вы все к настоящему времени должны были стать аватхутами, абсолютно. Вы должны были стать уже и контролировать все элементы. Но они все еще держат вас мертвой хваткой. Как же тогда вы можете управлять ими? Прежде всего, избавьтесь от рабства, этого ментального рабства. Хорошо, если что-то есть, тогда оно есть. Если же его нет, тогда это не имеет значения. Ничто нет важнее меня. Я владыка всего мира. Если мне нужно спать на земле, я буду на ней спать. Если мне нужно будет спать в дворце, я буду спать там. Ничто не может доминировать надо мной. Тогда вы мастер. Вы знаете, что в Индии есть некоторые сахаджа-йоги, которые контролируют, определенно контролируют элементы. У нас есть свидетельство этому. Многое было напечатано в журнале «Нирмала-йога». Вы, должно быть, слышали об этом. Вы встречаетесь с ними, вы обнаруживаете, что они аватхуты. Когда они говорят, вы чувствуете, что это говорит Великий Святой. Само их поведение постоянно выказывает их величие. Сегодня нам нужны люди такого калибра, потому что этого требует ситуация, которая сложилась во всех странах. Вы должны быть сверххорошими, потому что сегодня мы не можем позволить тому, что происходит, продолжаться далее. Мы не просто ученики, мы все должны стать гуру. Сейчас вы не можете играть со временем. Вы не можете играть со злом. Вы должны взять верх над ним, вы должны стать выше его. Сейчас такое время, что весь корабль либо потонет, либо будет непригоден для плавания. Вот какая сегодня ситуация. Вот почему вы получили свою реализацию в это время. Сколько многие из вас действительно думают, что заслужили бы ее, если бы не пришло это опасное время? Но вы получили ее, потому что время сейчас такое, что необходимо всем дать реализацию, дать все силы с тем, чтобы они смогли подняться. Но если вы не открываете свое сердце и направляете все свое внимание на свой дух, эти силы не будут работать. Ни одна из этих сил не заработает внутри вас. Это проблема. Каждый гуру мог управлять элементами. Таким был Нанака, вы определенно знаете это. Рядом с ним сидели люди, которые попросили у него воды. Он положил свою руку на камень, и оттуда начала течь вода. Вот почему это место называется Пинджаб. Панджа. Пять. И эти пять рек есть там. Известно, что все эти гуру имели власть над элементами. Как же многого нам не достает? Мы все еще подобны тем, которые продают какие-то дешевые вещи, или которые заняты их производством, или тем, кто не имеет никакой ценности. Ведь вы те, кто должны спасти весь мир. И максимум своей жизни, крови, упорного труда и пота я вложила в эту вашу землю. Приближается время, когда я должна буду покинуть ее. Осталось только лишь 3 года. Я надеюсь, что до этого мы установим наш ашрам. Вам не нужно платить за него. Но вы должны быть готовы поселиться там. В противном же случае, скажу я вам, вы не сможете жить там. Вы не сможете больше получать благословение Бога. Почему Бог должен благословлять вас? Нужно задавать себе этот вопрос. Являетесь ли вы своим собственным духом? Или же вы все еще что угодно, но только не дух? Ведь когда я говорю что-то, это воспринимается просто как большой шум. Я не уверен, достигает ли частоты моего голоса ваших ушей. Но я бы попросила вас сейчас, поскольку Гавин предложил мне прийти, но я действительно не хотела этого делать, потому что для того, чтобы говорить о Гуру Нанака, а тем более слушать о нем, необходимо быть величайшей личностью. Ведь для того, чтобы вынести такой силы свет, нужно подготовиться. Если важно все остальное,
Тогда как вы можете говорить о том, что вы овладели сахаджа-йогой? Я поехала в Америку и была удивлена. Там всего несколько сахаджа-йогов, но для них сахаджа-йога самое важное. Они говорят только лишь о сахаджа-йоге, их жизнь сахаджа-йога. С утра до вечера они занимаются сахаджа-йогой и ничем иным. Иное их не волнует. Вы знаете австралийцев. Ваше же сердце не открыто. Ваш дух еще не показал своего света. Это Он дает вам полное удовлетворение, полную радость, полную ответственность, полный принцип Гуру. Ведь когда вы начинаете давать что-то людям, у вас нет света, что вы даете? Темноту? Что вы даете другим? Ту темноту, которая находится внутри вас, это вы будете давать. Так что вторая фаза, как я вам уже сказала, это самоуважение. Человек, который требует, который грязен, не уважает самого себя. Кто может дать что-то мне? Когда я прощаю, никто не может ничего дать мне. Мы должны научиться давать и давать и давать. Остальное не имеет значения. Иногда, скажу я вам, я очень переживаю из-за того, что я не даю вам никаких тяжких испытаний, даже незначительно. Когда вы неадекватно ведете себя, впоследствии вы испытываете легкую обиду, но я вновь успокаиваю вас. Но посредственность, эта посредственность не поможет вам. Это эра посредственности. В политике посредственные, бесполезные люди, в экономике посредственные, всюду одни посредственности. В сахаджа-йоге должны быть сверхвыдающиеся, сверхжертвенные, сверхдинамичные, сверхсострадательные люди, иначе сахаджа-йога не заработает. Если вам не удастся добиться этого, тогда это будет ваша ответственность. Естественно, вы хотите, чтобы я помогла вам. Но я сделала все, что от меня зависело. Я позволила все быстрые методы роста, такие как пуджа и тому подобные вещи. Но это не закрепляется в вас, не сохраняется, хотя вибрации такие сильные. Вы не имеете о них ни малейшего представления. Некоторые же чувствуют ураганные вибрации, просто ураганные. Так что они есть, возможно, вы не чувствуете их. Если вы спросите Гаганга Махараджа, он расскажет вам, что произошло с ним, когда он впервые увидел меня. Но с вами же ничего не происходит. Что этот ураганный ветер может сделать со скалой Гибралтар? Она не чувствует его. Поэтому, что касается меня, то вы знаете, что я работаю очень напряженно. И я знаю, что вы можете подняться, у вас есть этот потенциал. Поэтому вы должны установить свои собственные законы и правила. Никому другому не нужно их создавать. Если кто-то создает какое-то количество своих, вы создаете такое же количество собственных. Например, вы как сумасшедшие пьете чай, я этого просто не понимаю. Это как жить на качелях. У такой жизни нет направления, нет руководства. Если вы мастера, тогда каждый из вас должен быть, по крайней мере, водителем своей машины. Вы должны прочно стоять на двух своих ногах и знать, что вы гуру, что в ваших собственных руках имеется оснащение. Оснащение, которое будет направлять других людей, а не поддерживать вас. Если вы сами посредственный человек, как вы собираетесь привлечь к себе все массы, и как вы собираетесь ими руководить?
Так что необходимо прилагать большие усилия, очень настойчивые усилия. Сформируйте свои собственные законы и правила. Относитесь к самому себе как к ученику. Вы и гуру, и ученик. Так что третья фаза – это быть гуру. Быть духом, духом, который является гуру, а остальная ваша часть – это его ученик. Ваше тело, ваш ум, ваши эмоции, ваш интеллект. Все это является учеником, а вы – гуру. Для этого вам не нужны люди, обладающие величайшим интеллектом. Вам не нужны высокообразованные люди. Вам нужны мужественные люди. И люди, обладающие необходимыми качествами. Когда вы будете в Индии, вам необходимо повстречаться с человеком по имени Харишчандра. Это очень простой рыбак. Конечно, у него есть образование, но он простой человек, который работает в порту. Он пришел ко мне, получил реализацию и стал сахаджа-йогом. Я уже рассказывал однажды его историю, я вновь расскажу, что это за человек. Он рассказал мне историю о том, как ему необходимо было переправиться по морю на небольшой островок, чтобы рассказать там о сахаджа-йоге. Там было 25 человек. Но надвигалась гроза, настоящая буря. Он подошел к морю, стал перед ним и поднял свои руки к ветру, сказав: «Прекрати сейчас же. Мне нужно плыть, чтобы проделать работу для матери, для Бога. Остановись, и до тех пор, пока я не вернусь домой, веди себя смирно». Как только он сказал это, все прекратилось. Все это видели. Он приплыл туда, проделал всю работу, вернулся домой, и когда он переступил порог своего дома, начался дождь. По виду это простой человек, если сравнивать его с вами, настоящими великими англичанами. Он живет весьма обычной жизнью, его жена также рыбачка. Она сортирует рыбу и продает ее на рынке. Но у него такое хорошо сложенное тело, которое просто блестит. У него такие развитые мускулы. Он встает, и то, как он говорит, показывает, что это совершенно скромный человек. Неудивительно, что Христос выбрал рыбака. У него же тысячи рыбаков, его учеников. Но он не называет их своими учениками, он называет их детьми и матерями. Вы не поверите, но у него их тысячи. Он звал меня приехать к ним, но они и так приходят на мои программы, по крайней мере, некоторые из них. Но однажды мне нужно будет побывать на этом острове. Если вы поедете на любой из этих островов, люди там будут целый день ждать вашего приезда. Но этот человек просто вызывает удивление. Когда я нахожусь там, он приносит мне рыбу. Я говорю ему: «Понимаешь, я ем рыбу, которую ты принес, но как в отношении других моих детей?» Он отвечает: «Нет, на следующий раз я пришлю вам 10 улов». И он прислал целый грузовик рыбы. Можете ли вы поверить в это? Но я сказала: «У меня нет даже такого количества учеников, чтобы они могли съесть всю эту рыбу». Он сказал: «Это не страшно, я просто сказал рыбакам, что мать попросила рыбы, и все рыбаки отдали свой улов. Один день мы можем остаться без рыбы. Какое это имеет значение? Представьте себе этих людей, которые так и живут день за днем». Он сказал, они сказали газетчикам, что мы можем так или иначе, благодаря милости матери, управлять элементами. Те же посчитали, что они очень уж хвастаются. Но это так, они могут. Для них это не хвастовство, а то, что есть на самом деле. Так что они говорили правду. Но это должно произойти и с вами. Нам также необходимо иметь что-то такое важное, чем бы мы могли похвастаться. Итак, сейчас у нас, как я сказала, следующая фаза. Становиться
самому себе гуру, быть непривязанным, отождествлять себя со своим духом и расти в свете своего духа. Итак, непривязанность. Необходимо выработать непривязанность. Все начинается так. Моя мать больна раком. Мой отец сумасшедший. Мать, не могли бы вы вылечить эти их болезни? Итак, прежде я лечу его отца и мать. Затем он женится. Моя жена такая-то, а дети такие-то. Затем мой дом. Затем мой автомобиль, затем моя собака, а затем мой зонтик. Мне нужно постоянно бороться со всем, от А до Я и от Я до А. Хорошо, я могу это делать, вплоть до определенного момента. Но ради чего? Ради чего? Зачем лечить вашу мать, отца, брата, сестер, всех остальных родственников, включая 10-го брака и от 11-го развода? Зачем исправлять все это? Ради чего? Это нужно делать ради какой-то цели. А если эта цель не может быть достигнута, какой прок делать все это? Цель состоит в том, что, по крайней мере, вы отдаете все это в мои руки и становитесь непривязанными. Но вы хотите взвалить на меня всю эту ношу и вдобавок беспокойство о ней, непривязанность. Но ваше представление о непривязанности таково. Мать, я очень не привязан к деньгам. Абсолютно. Они не волнуют меня. Я никогда не выключаю за собой свет. Зачем мне беспокоиться о деньгах? Вот такой аргумент. Зачем нам беспокоиться о газе и тому подобных вещах? Ведь в конце концов мы непривязанные люди. Мы пребываем в состоянии непривязанности. Понимаете? Мы не привязаны к деньгам. Но кто тогда будет платить? Еще один вид непривязанности, который я наблюдаю, очень интересен. Я очень непривязан. Поэтому я не принимаю ванну. Меня не волнуют никакие болезни и другие личные проблемы. Я отдаю свои проблемы другим людям. Я не привязан. Зачем мне одеваться? Я не привязан. Если я простужусь, я не привязан. Пусть все остальные заразятся от меня. Что я могу поделать? Я не привязан. Я простужен, но какое это имеет значение? Я не привязанная личность. Зачем другим переживать по этому поводу? Они также должны стать непривязанными. До таких смехотворных пределов доходит наше представление о непривязанности. Непривязанность же должна идти изнутри, когда у вас нет беспокойства. У вас нет беспокойства, поскольку вы знаете свою мать. Прежде всего, непривязанность проявляется в щедрости. Непривязанность – это щедрость. Такова Гришна. Она продала за копейки свои украшения. Я хочу сказать, что я никогда не взяла бы у нее эти деньги. Но она просто продала их. Это просто удивительно. Она полячка, не англичанка. Она продала все свои украшения. Вот что этот коммунизм дал людям. Они очень непривязаны. Коммунисты очень непривязанные люди, скажу я вам. Конечно, я бы никогда не взяла у нее этих денег, а не при ней. Но как просто она сделала это? На это надо было посмотреть. Ради Бога, что такое эти украшения? Возьмите, пожалуйста, деньги. Вы знаете, что я отдала так много своих украшений, чтобы отношения были в порядке. Как-то я отдала свою кару Кристине, когда та обручила. Она просто ушла из моих рук, и все. Я была так непривязана, что даже не почувствовала, как она уходит.
Кристина, бедняжка, съежилась от такого внезапного груза, который лег на ее плечи. А для меня это был просто пустяк. Вот какая непривязанность должна прийти. Теперь вы должны знать, какой из своих частей вы являетесь. Идея непривязанности не должна быть сродни привязанности, присущей стилю, непривязанности, присущей стилю хиппи, когда у вас есть право эксплуатировать кого-то другого. Есть еще один вид непривязанности, о котором я вам говорил, который весьма смехотворен. Но это не идея, это само ваше осознание. Вот что такое непривязанность. Итак, эти четыре вещи важны для вашей материальной стороны. Что вы едите? Это не так уж важно, поскольку что бы вы ни ели, а ваш мозг будет столь же бессмысленным, тогда идите вы это или нет, не имеет никакого значения. Проанализируйте это, как гостиница. Что вы будете есть? Я буду есть блины. А вы что будете? Я буду это, я буду то. Ради чего это делать? Я просто не понимаю, зачем тратить понапрасну так много энергии? Почему бы всем вам не заказать блины? Это очень важное дело, знаете ли. Или сегодня я закажу это. Я. Что проявляется в результате этого материализма? Этот господин «я». Так мы развиваем это понятие «господин я». Поэтому слово «я» должно исчезнуть из нашего лексикона. Мы должны говорить «мы». «Мы». Это означает «вас» и всех сахаджа-йогов вместе. Когда вы начинаете говорить «мы», вы увидите, что все станет по-другому. Или же говорите себе, как этот Норман. Этот Норман не слушается. Так говорят дети. Я спросила маленького мальчика, ты пойдешь домой? Я-то пойду. Но этот Мунна не пойдет. Он очень упрямый. Я ничего не могу с ним поделать. Вот что такое непривязанность. Говорить о себе в третьем лице. Вот что такое непривязанность. Когда вы не присутствуете на картине, вы свидетель представления. Так что эта непривязанность должна действовать таким образом, чтобы вы видели все представление, не вовлекаясь в него. Но посмотрите, что происходит. Также и на коллективном уровне. Неожиданно это становится вопросом политики, даже и в сахаджа-йоге, вопросом политики, ничем иным, как вопросом политики. Мы не должны в ней сражаться, как профсоюзные лидеры. Мы все лидеры. Где взять время на эту борьбу? Мы должны определить, с кем мы собираемся бороться. Итак, все, что касается всех этих вещей, это не привязанность, а привязанность к духу. Мы идем далее в рассмотрении того, каково должно быть наше отношение на ментальном уровне. На физическом уровне вы видели, что вам надлежит выработать полную непривязанность в этих четырех направлениях, о которых я вам рассказал. Что же вам надлежит делать на вашем ментальном уровне? Понимать суть всего написанного. Старайтесь отличать видию от авидии, потому что авидия убьет, заберет у вас вашу энергию. Видья же поддержит ее. Поэтому старайтесь находить книги, которые поддерживают видью.
Есть одна женщина по имени Барбара, которая поразила меня при нашей последней встрече. Она совместно с Гавином написала колоссальную книгу. Вы будете изумлены. Это такой высокий уровень сахаджа-йоги. Она написана очень смелым языком. Я покажу ее вам. И знаете ли, сейчас благодаря этой книге она может получить степень доктора наук в одном из американских университетов. Можете ли вы представить себе это? Конечно, такое возможно только лишь в Америке, но все же эта книга такого высокого уровня, что это поразило меня. Поэтому старайтесь собирать то, что питает, как чтение Деви Махатмья, ищите то, что поддерживает вас, что питает вас в Библии и других священных писаниях, таких как Коран и тому подобных писаниях. Блейк, Кабир, Нанак, Лао Цзи, их очень много. Это хорошо, это знание. Вы удивитесь, но как только вы начнете это делать, они сами начнут приходить к вам. Я повстречалась с человеком вблизи Рахури, вы знаете, что мы бываем там. И он был простым возничим повозки, запряженной валами. Он подъехал туда на своей повозке, чтобы забрать меня оттуда с одной из программ, которые, как вам известно, мы проводим. Он сидел там и ждал меня, а потом мы поехали и стали разговаривать. Я почувствовал, что меня везет Аватхута, хотя это совершенно необразованный человек, который не держал в руках книгу или перо, но услышав, как он говорит, я сказал: «О Боже, откуда у него это знание? Откуда к нему пришла вся эта мудрость? Такая мудрость, скажу я вам. Такая мудрость, что я просто была поражена, и действительно была поражена. Слышать такое от человека, который никогда не был ни в какой школе или колледже. Христос никогда не ходил ни в какую школу или колледж. Такая мудрость, что вы просто не можете себе это представить. Вы встретитесь с ним, когда мы в следующий раз поедем туда. Если кто-то сможет перевести то, что он говорит, вы захотите прикоснуться к его стопам. Это исключительно невинный, простой человек, который носит белоснежное топи и опрятную одежду, когда везет меня. И для него это является величайшей привилегией во всем мире. Вести меня на повозке, он сказал, я должно быть совершил нечто величайшее, чтобы получить такую возможность вести вас. Таким простым языком он описывал мне характер волов и людей. Просто представьте себе. И то, что он говорил, если я расскажу вам это, вы не поверите. Поэтому я просто не знаю, что делать. Но это признак великого человека. Он не говорит о легкомысленных вещах. У него нет на это времени. Я видела, как ведут себя мои внучки. Они никогда не говорят о пустяках. У них нет времени, они так заняты. Знаете ли, как только они приехали сюда, они постоянно чистят. Они говорят, нам нужно почистить эту площадь Бромптон. Мы хотим почистить этот мост Найтс. Мы хотим почистить этот Лондон. Потом мы должны почистить эту Англию. Где карта Англии? Принесите ее. Они постоянно заняты, очищая все это место. Таково это, таково, о Боже, это место ужасное, принесите какую-то туфлю, они делают это, делают то, они постоянно заняты с утра до вечера, они поднимаются наверх в свою комнату и там будут заняты, они заняты, у них нет времени поговорить о мирских вещах. Затем я приобрела для них какие-то куклы, игрушки, они поместили всех туда и разложили перед ними карту. Смотрите-ка на это. Так-то вы заботитесь. Они так говорят с куклами, куклы их ученики, они учат их. Понимаете? Не сидите так. Вы должны сидеть правильно. Вы не можете согнуть ноги. Тогда научитесь это делать. Вы должны учиться этому. А у этих кукол прямые ноги. И все мальчики, даже маленькие дети, они постоянно заняты тем, что делают что-то для сахаджа-йоги. Они работают на всех уровнях. Сегодня я рассказывала Рустаму о моем собственном отце. Конечно, он был ученым. Но когда он говорил о чем-то таком, как, например, я говорила ему о состоянии, которое называется Сабранг. Он рассказал мне, что люди сильно отличаются от Бога. Когда Бог инкарнируется, тогда состояние сабран, которое есть пробуждение от состояния подсознания в состояние сознания, является прямым. Он прямо снисходит до нас, но люди не идут там. Они никогда не идут прямо.
Бог не сходит, и Он делает это надлежащим образом. Но восхождение всегда идет не очень прямо, не очень быстро, и человек собирает при этом все, что находится в его подсознании. Поэтому состояние сабрант, в котором он пробужден, является таким опасным, что он может собрать все, что угодно. К тому времени, когда он накапливает свои видения, он становится таким странным, что в своих снах он может Бога принять за ведьму, а ведьму за Бога. Я видела, что он постоянно занят. Но когда я хотела поговорить с ним, я и он находили друг друга отличных собеседников. Мы могли с ним разговаривать, потому что его внимание направлено не на то, как все делают прически, и как они садятся, или какую одежду они шьют, какого у них еще что-то. Ничего подобного. Его внимание было на его духе, на своем собственном духе и духе других людей. Его мозг был столь динамичным, что он знал ваш словарь наизусть, скажу я вам. Никогда в своей жизни он не пользовался словарем, ни санскрита, ни английским. Он владел 14 языками. Можете ли вы представить себе такое? Как он смог этого добиться? Он очень хорошо играл в теннис, он каждый день проплывал по 3 мили. У него были такие мышцы, что он мог легко поднять вас одним пальцем. Да, это была очень здоровая личность, здоровый человек, очень щедрый человек, гораздо более щедрый, чем я, так что вы можете себе этого представить, очень щедрый, для него все это не имело значения. Хорошо, вам нравится это, возьмите это, вам нравится то, возьмите и то, он мог голодать, но при этом быть щедрым, и это был принципиальный человек. Итак, мы переходим ко второму моменту, который, если считать сначала, является пятым. Это то, что в ментальном плане вы должны принимать только то, что питает вас. Благодаря вибрационному осознанию вы будете знать. А если вы не владеете им, тогда спрашивайте у других сахаджа-йога. Но читайте то, что вас питает, они ужасные, затрудняющие ваш прогресс книги. Если вы будете читать их, тогда ответственность ляжет на вас. Вы все, я должна сказать, большие читатели. Вы назовете любое имя, и его все будут знать. Я спросила, кто такой Гопиус, все его знали. Не нужно быть академиком, чтобы это знать. Все знают, что происходит, кто этот человек, кто тот. От вашего искательства один прок. Вы прочли все, и хорошее, и плохое, и какое угодно еще, но теперь после реализации вы должны постараться определить, что вам необходимо читать, что вам необходимо знать из того, что будет вас питать. Говорите о том, что питает, что помогает. Поэтому в речи у вас должно быть сострадание. Если вы говорите с кем-то, ваша речь должна быть полна сострадания. Сахаджа-йога – это система сострадания. Гуру должен быть очень и очень терпеливым. Наша система гуру не подобна другим системам гуру. Ведь даже у настоящей гуру нет терпения. В нашей системе все делается только лишь благодаря терпению, потому что никакие гуру не давали реализацию. Это делаете только лишь вы. И вы знаете, что такое реализация. На днях мы встретили одного неприступного типа. Я спросила йога. Ну как? Мы не могли дать ему реализацию. Это безнадежный случай. Я спросила, на самом деле, я пошла туда, в конце зала одиноко сидел этот человек. Я хотела избежать этого, но они меня уговорили. Я подняла его кундалини, зафиксировала ее, хотя мои руки и были уже к тому времени уставшими. О, нет, я ничего не чувствую. Я сказала, этого человека меньше всего беспокоит то, как много мы вкладываем в него своего труда. Он просто сидит с таким видом, как будто делает нам одолжение. Ему подошли еще 2-3 человека, они принесли свечи, поставили одну перед ним, начали делать бандану, и тут, и там, всюду. Опять я подняла его кундалини. Нет, совсем ничего не чувствую. Мы продолжали работать таким образом полчаса, затем я отказалась от этой затеи и сказала, «Сэр, извините, но вы слишком уж великий человек, чтобы получить реализацию. Мы попробуем как-то еще раз. Меня не убедили.
Я ответила ему той же монетой. Я же, напротив, полностью убеждена в отношении вас, так что позвольте нам уйти. И я ушла. Вы должны обладать колоссальным терпением и чувством юмора. Вы не можете просто отмахнуться от какого-то человека. Если я скажу ему, что он ни на что не годен, что он бесполезен, что кундалини у него в плохом состоянии, прогоню его, уходите, чтобы я вас больше никогда не видела, то я не смогу этого сделать. Я должна вынести это испытание. И не только это, я вынуждена была сказать ему, что он великий человек, понимаете, потому что в противном случае он повел бы себя совсем по-иному, ведь его эго было уже таким большим, что несмотря на все иголки, которые я воткнула в него, его невозможно было бы спустить, поскольку оно было сделано из особой смеси. Это была такая трудная задача, поэтому нужно знать, что у нас должно быть терпение. Нам следует читать нечто такое, что питает наше сострадание. Читать о людях, которые раздали все свое имущество, таких как Тукарама. Читайте о нем. Он был бедняком. Однажды он пошел в одно место и проделал там хорошую работу, за которую ему дали много сахарного тростника, который очень нравился его детям. По дороге домой каждый ребенок просил его дать ему сахарный тростник, и он никому не отказывал. Когда же он пришел домой, у него остался только лишь один кусок. Его дети сказали: «Но ведь настрой, ничего страшного, в следующий раз я принесу вам больше, а пока разделите этот на троих». И они съели его, сказав: «Лучше нам съесть его сейчас, пока не пришел очередной ребенок, и мы не остались и без этого». Поэтому нужно знать больше о жизни тех людей, которые давали. Читать о людях, которые давали, которые отдавали свои жизни, которые распинали себя, которые мучили себя, которые позволяли себя эксплуатировать, позволяли себя травить, вели жизнь, полную таких жертв, таких великих жертв. Мы счастливые люди, потому что видим все своими собственными глазами. А если не видим, то можем легко себе это представить. Сделайте это своим принципом. Итак, сейчас мы переходим от непривязанности, от четырех типов, которые я вам рассказала, а также питание вашего ума, питанию вашего сердца. Ничто не питает человека больше, чем то, когда вы отдаете. Ничто так не питает ваше сердце, ваше сострадание, ваше умение отдавать. Пожалуйста, составьте список того, что вы отдали другим людям за этот текущий год. Как много там будет пунктов? Я не смогу этого сделать, потому что он окажется слишком уж большим. Пожалуйста, составьте список вещей, за исключением своих мозгов, которые вы, не задумываясь, отдали другим людям. Или же сделали это обдуманно. Пусть это будет период. От прошлого Рождества до нынешнего. Сердце открывается. Думайте о том, что вы можете отдать на материальном уровне? Какую вы можете оказать помощь? Но нет. Мы не способны даже оказать помощь другим людям, при которой нам не нужно тратить никаких денег. Просто оказывайте помощь. Я видела различные ухищрения, экономящие труд, уловки. Когда я пришла сюда, я увидела, что одни люди бегают, другие же сидят сидни. Им предоставили пищу и напитки, им предоставили все. Они же великодушно выставили свои пустые тарелки, чтобы кто-то помыл их за них. Это не только лишь эгоизм, но это отсутствие воспитания, отсутствие манер. В сахаджа-йоге вы должны быть чрезвычайно сильно заняты помощью другим людям по любому вопросу.
Вы знаете, что гуру Рави Шанкара был очень великим человеком. Он был великой реализованной душой. Его знание было велико. Однажды я была вечером на обеде вместе с одним врачом, которому позвонили и сказали, что очень необходима его помощь. Это также был очень соотмерженный человек, хотя он и ответил гуру, что он очень устал, и к тому же автобус будет очень большой проблемой. Но гуру настаивал, понимаете, нашел маленького детеныша. Какого детеныша вы нашли? Это был уже пожилой человек. Он ответил, я нашел олененка, который страдает сейчас. Его мать мертва, и нем некому позаботиться. Я сказала, хорошо, я поеду вместе с вами, потому что я знала, что мне будет достаточно просто прикоснуться к нему. Я поехала вместе с врачом. Гуру сидел и прижимал олененка к своему сердцу. Доктор спросил, что это вы делаете? Понимаете, я пытаюсь, насколько это возможно, дать ему свою жизнь с тем, чтобы, по крайней мере, сохранить ему жизнь до того момента, когда вы приедете. Вот так просто. Такая любовь. Доктор достал свою переносную раскладушку, и гуру очень аккуратно перенес олененка. Я поместила на него свою руку и погладила его. Он вернулся к жизни, и гуру был просто счастлив. Он сказал, вы Деви, вы богиня, я знаю это, но вы сделали одну плохую вещь. Какую же? Вы замужем. Я ответила, но Деви должна быть замужем. Это так, но предположим, ваш муж окажется скрягой. Что тогда будет с вами? Я ответила, я позабочусь о том, чтобы не выйти замуж за скрягу. Он сказал, это было бы величайшим проклятием, ведь у меня была такая жена. Меня тошнило от ее скупости. Вот какое это должно быть чувство. Скупость следует ненавидеть, абсолютно ненавидеть. Она хуже всего. Для сахаджа-йогов она подобна проказе. Скупость – это экономия денег. Должна уйти из ваших умов. Скупость по отношению к самому себе хороша, по отношению же к другим – это зло. Григоар поведал мне шокирующие вещи. Он сказал, что это наша культура. Я спросила, ваша культура на самом деле? Он сказал, понимаете, если мы идем устраиваться в гостиницу, и кто-то из нас платит, остальные смотрят в сторону. Я спросила, на самом деле? Он ответил, это очень распространено. В это невозможно поверить. Если это культура, тогда это просто ее противоположность. Это вовсе не культура. Культура будет тогда, когда все наперегонки будут стараться заплатить. Но Америка и того хуже. Там говорят, я заплатил за тебя вчера, ты же заплатишь за меня сегодня. Это просто абсолютно позорная скупость. Но здесь это считается вежливым, когда кто-то платит, а вы смотрите в другую сторону. Возможно так, я уж не знаю точно. Но для меня это то же самое, это грязь, скажу я вам. Поэтому сострадание, прежде всего проявляйте сострадание. Вы можете работать до 2 часов ночи, вы можете работать до 4 часов утра. Это не имеет значения. Вы должны работать и работать и работать, потому что сострадание само по себе несет радость. Ведь ваш дух является океаном сострадания. Другого способа нет. Другого способа нет, чтобы наслаждаться своим духом. Как только лишь давать. Не имеет значения, если вы не поели. Не имеет значения. Ничто не имеет значения. Вы знаете, что множество раз я не ела в течение 24 часов, и все равно я отдавал. Этому телу не так уж необходима пища. Его пища – это сострадание. Оно питает. Поэтому вы должны быть скупыми по отношению к самому себе, но у вас должно быть сострадание. Сердце. Откройте ваши сердца. Откройте свое сердце, прежде всего Богу, с благодарностью. Это еще одно качество,
которым вы должны обладать. Это высшее качество, я должна сказать. Благодарность Богу. Он дал вам реализацию. Он дал вам это тело. Понимаете ли вы, что это тело, человеческое тело, дал вам Он? Он дал вам все. Подсчитайте свои благословения. Даже это утро, и то, что вы можете наслаждаться им, как человеческое существо. Вы не пребываете ни в каком бандане, вы не находитесь ни в каком паше, вы не пашу, вы не животное. Животное есть пашу. Вы свободные люди. Бог дал вам свободу. И Он дал вам свою реализацию. Чувство благодарности. Но наш язык таков: спасибо, 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 и все. Наша благодарность умирает на наших губах. Она лишь бессмысленное движение наших губ. Спасибо должно идти от вашего сердца. От вашего сердца. Это не должно быть каким-то чисто внешним проявлением, подобным произносимым вами в церкви словах. Спасибо большое, Бог. И все, дело сделано. Благодарите от своего сердца. Восхваляйте Его. Пойте хвалу. Прославляйте Его. Он велик. Наш Создатель. Его ученики сидят здесь. И каждую минуту, когда вы говорите, вы должны думать о Нем или же о Матери. Это удивительно. Но это возможно только лишь тогда, когда у вас есть чувствительность, когда у вас есть память. Величайшим чудом этого мира является то, что каждый человек должен умереть, но никто этого не помнит. Другое же состоит в том, что все благословлены Богом, но этого никто не знает. Но у вас такие особые благословения. Так что же вам надлежит делать? Быть радостными. Быть благодарными. Чтобы это блаженство пришло к вам. Без благодарности ничего не получится. Благодарное сердце. Нам нужно благодарное Богу сердце. Поэтому, как и Он дает вам, так же и вы должны давать другим. Но когда вы даете другим, Он определенно дает вам. Но не думайте, что вы отдаете свое собственное имущество. Вы отдаете то, что Бог дал вам. Итак, сегодня я рассказал вам о 8 фазах Луны. Поэтому вы стали половиной Луны, только в уме. Другую же половину я приберегу на следующую Гуру Пурну. Хорошо? Да благословит вас Бог. Сегодня вы должны дать в ваших сердцах клятву, что вы будете развивать внутри самих себя качество гуру, мастерство, что вы овладеете своей речью и своей личностью. Теперь поместите свою руку на сердце. Что вы овладеете своим телом. Немного наклоните свое тело, сделайте его более тонким, более легким, более здоровым. Так лучше. Итак, сейчас я сделала свою работу. Что вы хотите, чтобы я сделал? Съел эти ланду? Это ваша работа. Да. Чарма. Чарма. Чарна. Чана? Чарте.
Я сказала Рустаму, что вы, возможно, не сможете продолжать бодрствовать, а сегодня такой день, когда ночью нужно бодрствовать, поэтому нужно взять какие-то фильмы. Давайте посмотрим, что он принес. Этот фильм не смотрели. Его нужно посмотреть. Хорошо. Этот фильм неплохой, но такого рода йога вам может не понравиться. Попробуйте этот. Он о Лакшми. Но я надеюсь, что он правильно отображает Лакшми. Я должна взять со всех вас клятву. Поэтому я прерываю свой голод. Итак, мы прежде посмотрим фильм или поедим. Еда приготовлена, и я не хочу, чтобы вы морили себя голодом. Мать, мы бы хотели, чтобы вы что-то выпили. А, выпила? Это нужно выпить. Это символ. Джарба? Это символический напиток, это не есть нечто реальное. Он представляет, сколь велика наша любовь к вам в ваших сердцах. Чего я не могу понять, так это то, что сегодня день Нанака. Я что, должна отрастить себе бороду? Но мы постоянно испытываем жажду. Символ. Один. Что означает этот символ? Просто выражение нашей любви. Просто выражение нашей любви. Это символ того, как нам надлежит расти. Мы знаем, что вы всегда отдаете подарки, поэтому мы приобрели два. Что он сказал? Он сказал, что мы знаем, что вы всегда раздаете наши подарки, поэтому мы приобрели два. Подарки не следует передаривать. Я редко это делаю. Это для вашей чаны. Это для чаны. Для чаны. Так вам лучше держать это здесь, потому что один мы можем использовать для чаны, а второй для моей воды. Это все, что мне нужно. Это очень хорошая мысль. Сделано в Индии. Очень хорошая мысль, скажу я вам. Удивительно хорошая. Для чаны и для воды. Прекрасно, не так ли? Большое вам спасибо. Это все, что необходимо, гуру. Чана и вода. Больше ничего. Эта одежда называется кафа, понимаете? Это состояние мученика. Они привязывают у себя на голове эмблему мученика. Кафан фактически является одеждой, в которую облачают покойника. Поэтому мученик помещает эту ткань на голову, говоря этим, что он теперь не боится смерти. Спасибо вам большое. Это идеальная мысль. Действительно, не так ли?
Это должно быть в моем личном архиве, чтобы люди знали, что я ем чана из одного кубка, а пью воду из другого, и что они были подарены мне на день Гуру Нанака. У нас в Индии есть система, когда мы гравируем на всем надписи. Интересно, есть ли у вас такой обычай? Существует машинка, которая делает, а потом вы заладите эту гравировку. Да, у нас тоже есть. What was David Paul saying? Что вам Дэвид говорил о программе? Гави? Он пытается привлечь этого поэта из Брэдфорда. Они опубликовали письма. Это очень приятный человек. Я встречалась с ним. Don't try to borrow anything не берите ни у кого взаймы. Это нехорошо, это нехорошо. Живите скромнее, но с достоинством и с самоуважением. Хотя это такие грубые вещи, скажу я вам. Я не знаю, почему нужно говорить о них такой великий день. Сегодня Махапурнима, Шарат Пурнима, такой великий день. Так много великих святых было рождено в этот день. Нанак был рожден в это время. Вот почему сегодня в 12:45 день полной луны, и мы должны направлять наше внимание на это, на всех этих великих святых. Но до тех пор, пока у вас не будет надлежащего внимания, никакие умственные и прочие усилия не венчаются успехом, потому что до вас не дойдет ничего, если вы пребываете на этом мирском уровне. Что может произойти? Не все вы, но некоторые из вас таковы. Я определенно знаю некоторых таких людей. Такие люди действительно должны уйти из сахаджа-йоги и уйти из этого дома. Так будет лучше. В противном случае мне придется лично позаботиться об этом. Поэтому проявляйте ответственность. Если вы обнаружите где-то грязь, приберите. Это ваш собственный дом. Печально, но мне каждый раз приходится говорить вам о том, что существуют проблемы с электричеством. То не платятся деньги, то происходит что-то еще. Сейчас деньги есть, завтра же их уже нет. Thank you.